Всем привет, друзья! И вот мэр меня попросил сходить на склад и взять тыкв. Да, у нас скоро Хэллоуин будет. Отмечать мы будем 31 октября, а украшать будем 28 или 29, да. Так, друзья, ну что ж, сейчас возьмем там тыквы. О, тут уже жители как раз. Житель один, да. Так, где-то тыква, возможно, здесь. Ну-ка. Ага, здесь нету. Так, а здесь? Здесь вообще нету. Ладно. Стоп. А может, там, друзья, тыквы? Я как-то сразу не заметил. Ну-ка. Так, я не думал, что у нас тыквы-то хранятся. Так, вот, да, не туда. Вот, друзья, я чувствую то, что я сейчас достану. Вот она. Что? Офигеть, друзья. Это что еще за фигня такая? Ну-ка. Какие-то мети, вон красный со сферой. Так, друзья, ся. Возьмем тут все. Машина, офигеть, яйцо какое-то. Ладно. Так, друзья. Тут как-то уже странно. Так, офигеть, друзья, откуда это все? Ну что ж, друзья, ладно. Давайте, что ли, посмотрим, что это за мети, там машина, яйцо какое-то. Ай-яй-яй, что еще за фигня такая, которая меня самого бьет? Ну, ладно, вот, смотрите, друзья, вот простые мети, пурпурные я вижу медь. Так, жителя не будем убивать. А то мало ли еще что-то случится. Так. Сейчас давайте вот лошадь зарубим. Так, метем. Так. Простые, друзья, мети, только разных цветов. Ну, ладно. Круто. Так, это что? Ну, нормально, короче. Так. Вот это, друзья, я что-то не видел. Ну-ка, что? Что? Офигеть, друзья. Это что за машина такая? Он какой-то мотор внутри. Да, кто вообще создатель этой машины? Ну-ка, ой. Офигеть. Ну, так-то, друзья, тут круто. Какие-то кнопки. Так, что за кнопки? Ну, ладно, друзья, давайте, что ли, прокатимся. Так. Сейчас. Так, вот сюда. Вот так повернем. Все, погнали. Ну, друзья, моя машина как-то она побыстрее. Да, всего что тут какие-то кнопки. Это еще что такое? Вау! Она меня просто вытолкнула, эта машина. Ну, ладно, какая разница? Эх, друзья, так, вот я боюсь даже дотрагиваться до этой. Вот до этой фигни. Эй! Ай-яй-яй-яй! Черт! Фух. О, черт! Меня просто бьет и бьет. Что за фигня? Так, вон уже у нас скоро будет ночь. Ладно, давайте, что ли, это яйцо посмотрим, что за фигня. Так. Что это? Офигеть, друзья, вы видели? Ого, вы видите это чудовище, черт. Смотрите, друзья, оно на меня не нападает. А как я? Ну-ка, уберу. Фух, на меня еще не нападает. Черт! Черт, офигеть, ну нафиг. Нафиг. А, черт, друзья. Это что еще за чудище было? Это, оказывается, вот это фигня какая-то устройство останавливает. Это существо. Оно на меня просто напрыгивало. Ну, не напрыгивало, друзья, а просто с невероятной скоростью бегало. Вон оно, друзья. Надо это устройство найти. Так, где оно? Ключи нет, не то. Так, друзья, он там вообще с ума сходит. Вот оно устройство, друзья. Так. Где? Где это чудище? Сейчас, друзья, разберемся. Вижу. Эй, чудище, иди сюда. Офигеть. Какой монстр, друзья. Так, сейчас подойдем. Надеюсь, я успею взять. Офигеть. О! Офигеть, друзья, у меня даже Майнкрафт залагал. Черт. Вы видели? Оно мне просто подошло
и убила, это она с одного удара просто выносит. Так, ладно. Я, друзья, сейчас не знаю, как мы подберемся к тому устройству. Так. Сейчас, друзья. Офигеть, он там. Он там, друзья. Тихо. Надо спокойно быть. Тихо, вот так передвигаемся, друзья. Так, мне даже страшно. Ладно, давайте быстренько за этот угол зайдем. Так. Фух, друзья, я не знаю. Это чуть очень опасное. Ладно, давайте. Ай! Скелеты еще те. Ладно, пофигу. Тихо, друзья. Надо тихо себя вести. Ай! Ладно, ладно, пофигу, держись. Ай! Ай-яй-яй! Ай-яй! Ай-яй! Меня просто зомби убьют! Или нет, это или зомби? Ай-яй! Так, так, так. Ай. Смотрите, друзья, он на меня не агрится. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Так, друзья, так, друзья. А, ой. Тихо. Тихо, друзья. Фух. Мне страшно. Черт, офигеть. Смотрите, что за чудище. А! Фух, мне просто он меня не отпускает, друзья. Он меня не отпускает. Черт. Я не знаю, что делать. Я попробую потихоньку подвинуться. Так. Тихо. Тихо-тихо-тихо. Всем пока, друзья. Я не знаю, что я сейчас буду делать. Я, наверное, сейчас возьму броню, медь незеритовый, и буду его, наверное, просто убивать. Вы видали, он просто меня с одного удара выносит. Я крадусь, он меня держит, а потом опять выносит. Это не знаю, что за монстр. Ладно, не забывайте подписываться на меня. Да, с вами был я, Рэд. Всем удачи и всем пока.